мандатами! Сюда нам маме торговать мандатами! Спасибо вам, ребята! Землю крестьянам, фабрики рабочим, пенсии зуганов! Землю крестьянам, фабрики рабочим, пенсии зуганов! Партия КПРФ – это такой политический Макдональдс, который торгует своим брендом, торгует местами в Государственной Думе. И на самом деле не защищают они права крестьян, рабочих. У них очень много в Государственной Думе миллионеров, у которых в декларации официально показано, что очень много денег. В том числе у Геннадия Андреевича есть 2 гектара земли в Тверской области, где стоит очень даже немаленький особняк. Поэтому партии КПРФ, наверное, пора все-таки сменить своего лидера, чтобы действительно они оставили права и интересы простого рабочего класса. Тогда, наверное, к этой партии подтянутся. А сейчас только в ранге оппозиции им очень удобно ругать существующую власть и очень удобно торговать теми немногими местами в Государственной Думе, которые они периодически получают.